Так вот я подошел к ограде замка Колосси. Вот, посмотрите. Это его внутренний, ну, не внутренний, это его двор. И вот он сам. Здесь обитали некие рыцари, которые вино Командария придумали, начали готовить. Это рододендроны, что ли? Вот. А вон там, посмотрите, какие. Это, наверное, это вот текилу, из которой варят. Агава. Сейчас попробуем зайти внутрь. А вот я сейчас уже непосредственно у входа. Замок там вот что-то, какие-то веревки наброшены. Неужели там перекидной мост? Вот вам, пожалуйста, перекидной мост, который убирает. Клево. Ну как? Ричард, Львиное Сердце, можно к вам зайти? Открылось. Заходим. Ой, а тут мрачнота сразу. Темнота. Эхо. Так, это вот подземелье замка, где вот в этих вот, видимо, подземных коробах держали пленных. Вот. А вот здесь вот, посмотрите, вообще какая-то то ли плаха, то ли еще что сделано. Узкий свет пробивается. Попробуем забраться на крышу из этих катакомб. Никого вообще тут нет. Так вот, мы начали подъем по винтовой лестнице. Выглядит все здесь вот так вот. Достаточно скверно. Такое впечатление, как будто на маяк забираешься. А главное, все время за голову боишься, но... Потолки-то здесь очень высокие. Так, так, так. Вот забрались. Но это еще не крыша, а только одно из... Я гонцового голубя. Сейчас попробую его спугнуть. Ну и вот свершилось, закончил я свой подъем по этой винтовой лестнице. И вот, ну сейчас тут, конечно, видите, все уже стало выглядеть не так, как раньше, ну я имею в виду окрестность. Хотя здесь вот видите дырки, можно лить кипящее масло, например, вот через них. Туда, кто начинает штурмовать замок. Вот. Ну, верхняя площадка не очень большая, однако, ну, вполне человек 20. Тут ее могут оборонять по периметру. Довольно-таки клево. Ничего не скажешь. Вот он, замок Колосси. Родина вина Командария. А вот так вот выглядели бойницы для лучников. Вот это вот стандартное, а вот это, видите, зауженное. Здесь фактически ты можешь ставить... Даже рука вот еле-еле проходит, то есть стрела проходит, но в тебя попасть практически невозможно. Очень клево. Так маскируется, что просто диву даешь. Вон сидит. Сейчас как рванет Агама, наверное.